Идея создания такого международного проекта «Брест по-белорусски и по-французски» родилась еще в прошлом году. Его авторами стали представители некоммерческой концептуальной галереи «Брама» при организационной поддержке посольства Беларуси во Франции. Выставка это и проект возникли довольно спонтанно. Моя первая белорусская галерея, авторская некоммерческая концептуальная галерея «Брама», много лет делает различные пленэры за рубежом. Это так называемые пленэры на колесах, в том числе, когда мы едем, и художники, фотографы, все, что успевают схватить в окне автобуса, они это как-то фиксируют, а потом делают выставки. Первый такой проект, французский, был «Впереди Париж, заодно Европа». Ну, мы сделали большую выставку, она имела успех и интерес, и решили продолжить. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в продолжение, но от этого оно получилось не менее интересным. 37 работ отражают видение 12 мастеров, представителей художественной культуры Бреста. И пусть на полотнах белорусских художников не присутствует французский колорит, зато в них есть чувство эпохи, нотки современного искусства, разбавленные яркими красками и фактурами. Работы такие разные, и каждая имеет право на жизнь. Работы авангардные. Работы, каждый художник показывает себя. Здесь нету какой-то общей темы, там, например, виды Бреста или там что-то такое вот наше, чтобы символизировало наше героическое прошлое. Нет, здесь именно художники Бреста белорусского и художники Бреста французского. Вот такой вот общий проект. Брест – одна из западных точек нашей республики. Сюда раньше других городов приходили самые актуальные направления в искусстве из разных стран. И уже здесь они дополнялись местным значением и техниками, формируя белорусский художественный суверенитет и самостоятельные школы. Это хорошо просматривается в выставленных мастерами работах. До 19 июля вернисаж пробудет в Бресте, а уже после отправится во французский город Тёску, где полотна наших авторов дополнят работы французских художников. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».